Всем привет! Меня зовут Аня, и вы снова на канале Анна Бест Шоу. Сегодня я вам расскажу про комплектацию GoPro 8 Black и посмотрим, что входит в специальную комплектацию этой камеры. Итак, мы открываем нашу коробку. Открывается она снизу. Нужно потянуть за синюю полосу. Внутри у нас идут разные инструкции. Есть карта памяти. Шнур для зарядки. Крепление на голову. Две батареи. Крепление на шлем изогнутой формы. Монопод. И камера. Этот монопод выдвижной. Его можно поставить на ровную поверхность определенной высоты. Это очень удобно. Это батарея 1220 мАч. Крепление на шлем клеится на специальный скотч. Шнур, правда, не очень длинный. Крепление на голову выполнено из приятного на ощупь материала. Карта памяти 32 гигабайта для съемки 4К.
очень удобное крепление на камере. Ну что, попробуем вставить батарею? Камера очень крепко держится на моноподе.
Крепление очень надежное. Всем, кто смотрел это видео до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я планирую снять на эту камеру очень много интересных видео и показать их вам. Поэтому вам стоит обязательно подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока!